Привет, братцы рыбаки! За окном выпал снег, и пора начинать готовиться к зимней рыбалке. Попалась мне вот на глаза такая вот старая сломанная антенна от телевизора. Сейчас я из нее попробую сделать зимние мормышки. То есть вот уже заранее кусочки трубочек тут от нее наломал. Видео будет экспериментом. Если вы его смотрите, значит, у меня все получилось. Для начала мне нужно разрезать и распрямить вот эту трубочку обычными ножницами. Вдоль ее разрезаю. Антенна, как известно, делают сейчас вот китайские из латуни. И сверху вот такое вот напыление. Поэтому я думаю, паяться она будет отлично. Вот такая вот она внутри. Желтенькая. И блестящая снаружи. В теории можно делать мормышки двух цветов. То есть желтенькие и беленькие. Кому такие цвета не нужны, потом это можно дело покрасить лаком. Ну вот, немного распрямил. В теории, если у меня получится сделать из этого материала мормышки, я думаю, зимние блесенки с него также получится. Выколачивать само тельце буду я с помощью вот таких вот решеточек. Это решетки от мясорубки. То есть они бывают разных размеров. Это, соответственно, какая вам мормышка нужна, такую решеточку и берите. Я буду делать маленькие. Выколотку я сделал. Это кусок старого обломанного сверла. Один край я у него скруглил на наждаке. Немного полирнул. Ну и сейчас пробуем выбить. То есть наставляем напротив дырочки и молоточком. Немного колотим. Вот, пожалуйста, выбилась она. Ну, сразу же покажу, допустим, так же большую, как можно сделать. Так, и вот и большая выбилась. Соответственно, если вам нужны белые мормышки, ставите белым к мясорубке. Если нужны желтенькие, переворачивайте. Теперь нужно их аккуратненько оттуда извлечь и продолжим. Вот такие вот заготовочки у меня получились. Ну, вот эту вот одну большую я сделал. Мне такие мормышки не нужны. Я буду делать такие вот поменьше. Теперь в них надо шилом аккуратненько по центру проколоть отверстие. Если она маленько выгнулась, ничего страшного, я это потом поправлю на обычной досточке, той же самой выколоткой. Туда ее загружаем. И поправляем отверстие. Вот что получилось. Точно так же поступаю со всеми остальными. Так, ну вот мои заготовочки готовы. Теперь нужно подготовить крючки и начинать паять. Буду использовать вот такие вот крючки-заглотыши. Номер не помню. Такие я постоянно мормышки использую. Для начала нужно откусить шляпку. И немного расплющить вот этот краешек, чтобы припаять потом он не проворачивался. Теперь немного его обработаю наждачной шкуркой и залужу. Крепить коронку буду с помощью иголки. Вот сюда вот к пробке. И чтобы она при пайке не спаялась тоже вместе с мормышкой, ее надо сейчас при помощи спичек немного закоптить, чтобы она стала черной. Тогда она легко после пайки вытащится. То есть вот, видно, не видно. Закоптил ее. Теперь можно зафиксировать и продолжим дальше. Облудил крючок. Теперь его нужно также зафиксировать в пробке. И можно приступать к пайке. Вот таким вот образом зафиксировал всю конструкцию. Теперь нужно капнуть в коронку чуть-чуть паяльной кислоты и можно запаивать. Забыл сказать, что шляпку я откусывал для того, чтобы одеть бисер на крючок. То есть через бородку он не пролазит, а без шляпки его сверху одел. Вот такая вот мормышечка получилась. Осталось извлечь иголку, немного ее отполировать. Иголка вылазит легко. Вот и все. Такая вот получилась мормышка.
При желании можно покрасить в любой цвет, какой у вас там работает на водоеме. У нас в основном желтенький, поэтому я себе буду делать вот такие вот желтые. Итак, вот что у меня получилось. Вот такие вот мормышечки легенькие, сделанные из обычной антенны. Подводя итоги, скажу, то есть антенна паяется отлично. Ну, сейчас подкрашу нижнюю часть диодового красным лаком и пусть сохнут. Эксперимент по изготовлению мормышек из старого кусочка антенны, вот из такого, считаю удачным. Паяется она хорошо. В следующем видео попробую из этого кусочка сделать еще маленький балансирчик. А на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. И до новых встреч. Всем пока.